Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 1 по 7 стихи. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Толкование блаженного Феофилакта. И эта притча указывает на неверие иудеев, как и притча о винограднике. Но та означает смерть Христову, а сия – брачную радость, то есть воскресение. Притом в этой показываются еще худшие поступки иудеев, нежели в прежней притче. Ибо там, когда требовались плоды, они убивали требующих, а здесь и призываемые на брак произвели убийство. Человеку-царю уподобляется Бог потому, что является не каков он сам в себе, но каким прилично ему являться для нас. Так, когда мы, как человеки, умираем, побеждаем мы немощами человеческими. Бог является нам как человек. Когда же бываем как боги, Бог восстает в сонме богов. Псалом 81.1. А если живем как звери, то и Он бывает для нас как зверь и лев. Творит же брак сыну своему, сочетавая его со всякою благообразной душою, украшенную добрыми делами. Ибо жених – Христос, а невеста – церковь и чистая душа. Рабы, посланные в начале, это Моисей и бывшие за ним, которым не верили евреи, но оскорбляли Бога в пустыне 40 лет и не восхотели принять Слово Божие, духовной радости. Потом посланы были иные рабы, пророки, но и из них одних они убили, как Исаию, над другими поругались, как над Иеремией, коего ввергли в тинный ров, а более умеренные отвергли посланников. И один ушел на свое поле, то есть уклонился к плотоугодной и роскошной жизни, ибо поле каждого есть его тело, а другой на свою куплю, то есть к жизни любостяжательной. Таким образом, притча показывает, что удаляющийся от духовного брака, от общения и пиршества Христова, удаляется по большей части по сим двум причинам. То есть, или по склонности к удовольствиям телесным, или по страсти любостяжания. Обедом называется здесь то, что в другом месте – вечерю. Вечерю называется потому, что сей брак вполне открылся в последние времена, к вечеру или к концу веков. А обедом потому, что и в прежних веках открыто таинство, хотя не так ясно. Тельцы мои, что откормлено, заколото, означает Ветхий и Новый Завет. Таким образом, Господь призывает нас вкушать благую пищу и Ветхого, и Нового Завета.
но знай, что и тот доставляет пищу, кто ясно истолковывает своим слушателям божественные слова. Ибо научающий ясно, действительно, как бы подает хлеб и кормит им простых сердцем. Здесь спросишь, как повелевается звать уже званных? Но знай, что каждый из нас призывается к добру по естеству своим разумом, этим врожденным нам учителем. Но Бог посылает еще внешних учителей, дабы они призывали и внешне тех, кое призваны внутренне посредством разума. Царь послал войско свое, то есть римлян, и через них потребил неверных иудеев, и сжег град их Иерусалим, как повествует историк Иосиф. И далее комментарии Игнатия Тихоновича. Дивный истолкователь подготавливает нас к небесному пиршеству, чтобы мы знали, какая трапеза уготована в вечности со Христом. Там будет все согласно Священному Писанию, согласно Библии, книги, состоящие из Ветхого и Нового Завета. Вся Библия до единой буквы и черточки божественна. Дана от Бога. Все Священное Писание до единой строчки, главы и стиха поет «Аллилуйя» Создателю и Спасителю Иисусу Христу. Эта чудная книга книг называется Словом Божиим, тем же именем, что и сам Иисус Христос. Иоанна 1:1. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Библия дарует человеку жизнь, то есть Христа, и где нет Библии, Ветхого и Нового Завета, там нет жизни, нет Иисуса, распятого и воскресшего. Иоанна 5:39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Филиппийцам 1:21. Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Библия говорит о Христе сначала в образах, а потом в истине. Об этом упитанном тельце, который стал для нас пищей. Прочтите несколько раз медленно, внимательно Псалом 118. Всюду, где говорится «Слово Твое», «Закон Твой», «Уставы Твои», «Повеления Твои» и другие названия Слова Божия. Во всех этих местах мысленно можешь ставить слово «Библия». В 176 стихах этой 17-й кафизмы слово «Библия» незримо, но ярко встречается 185 раз. Святые отцы заповедуют читать этот псалом ежедневно, кроме воскресения. Сегодня по благословению патриарха и усердием библейского общества выпущена отдельной книгой большим форматом «Псалтырь». Покажи ее. На русском языке. 205 страниц. Ясно, с какой целью. Все. Чтобы могли читать и молиться по этой книге песен и вместе с детьми воспеть Иисусу Осанну. Комментарии закончились. Вот этот момент притчи я взял эпиграфом для своей деятельности. Мы являемся посланными, зовем на брачный пир. А о результатах нам не дано заботиться даже. Вот эту роль выполняет наш сайт, форум в Mail.ru. У меня странички две. Вот. Ну, там и Facebook открыто, это Контакт, Одноклассники. Почти никакой роли не играют, но знают. И притча эта, кажется, такая понятная. А на самом деле для меня она одна из самых непонятных. Виноградники, понятно. Плоды хотели приобрести, любостяжание, все на месте. Здесь ничего не надо.
Оденься прилично, зовет тебя не кто-то царь. Вот даже на новогоднюю елку кремлевскую, кто получает приглашение, и считается это не просто так. Или ребенок в лагерь Орленок или в Артек. Представь, где я был, это номер один. Это выше. И вдруг, ну не пошли даже, это тоже понятно. Но чем вызвана такая враждебность? Даже били их, кто принес пригласительную. И мало того били, убили некоторых. Я уже много лет об этом думаю, смотрю, и объяснений никакого нету. Это, если к жизни, это взято же из жизни. Притча-то, она на жизненном опыте. Ну где это в жизни-то было, если это на жизненном? Если говорится, что вот мы пояс носим, ну, пояс означает истины, припаяшься с истиной. Но прежде чем истины припаяться, надо узнать, был ли пояс вообще. Люди, которые хватаются, чтобы не носить пояс, я истиной припоясался. На тебе пояса нет, ты уже лжец. Какая у тебя истина-то, когда пояса нету? Апостолу Петру ангел говорит в темнице, встань, припаяшься. Даже в темнице, даже нужно поспешать, и то сначала припаяшься, без пояса не выходи. Как будто ангел тебя дальше не поведет. Ну, вдумайся в это. Или броню праведности. Но она была бы броня. Броня это есть у танков, у других. Люди где-то защищаются. А оттуда делает этот перенос. Так эта притча. Она сначала где-то должна была быть. А потом уже с нее образ брать. Царство небесное подобно женщине, которая, взявши 3 меры муки. Ну, была такая женщина, которая брала 3 меры муки. И положила закваску. Было. Но с чего взята эта притча? Почему я так о ней думаю? Потому что я именно этим и занимаюсь 50 лет. Я приглашаю людей. И в первую очередь приглашаю священников, архиереев. Рассылаю им поздравительное. Посылаю, даю даром книги. Вот только одну акцию мы провели. Епархиальное собрание было. Для которых мы... Для священников подарили книги. Это почти на 100 евро каждому. Это 125 священников. Вот он, Новый Завет, 3-томник, 3 тома. И для Слова Божия нет уз. Это 2-е издание. Всем. Я уж не говорю, что губернатору, Путину, Медведеву, патриарху, архиереям. Бесплатно. Только на издание. Только я потратил ровно 9 лет. Более 30 тысяч часов. За компьютером. И такая ярость, такая ненависть. Они где-то слышат, что только я даю книги, даже в руках не держали. Вот сколько уже беседовали с людьми, кто... Ну, я читал выборочно один. Читал выборочно. А какой именно том, он сказать не может. Вот это были мы в Коробейниково, там отец Роман, или какой там вышел священник. Притом везде все одинаково. Вызывает не где-то комиссия. Специально создают комиссию по расследованию моих книг. Где? Ну, Тульская епархия, Тула. Вызывает туда священника, который наши книги дал другим почитать. Вплоть до запрещения, хотя он пользуется уважением, храм построил, а они на нем пашут и берут с него слово. Ему приходится дать слово, что помогать не будет в распространении книг. То есть они уродуют души, и этому служат только книги. Посмотри, что делает Кемеровская епархия, тут митрополит Аристарх. Ведь они выпускают теперь документы у нас с их подписью. Ни одного слова истинного нет. Вот московский комсомолец на меня статью как-то написал. Ну, статья-то небольшая. На одной странице полстраницы. И 47 искажений, 47 раз оболгали в одной статье. Ну, я судился, процесс этот выиграл. Нарисовали черта с рогами, с плетью, вверху община Игнатия Лапкина. То есть, ни предела никакого нет, ничего. Я стою в епархиальном помещении, сидят священники. Я говорю, вызовите меня. Я делаю вызов через интернет. Вызовите меня в синодальный отдел или какой там при патриархии. Ничего этого нету. Я им принес пригласительный. Здесь даются ответы на 4124 вопроса, которые я даю в университетах, милиции, воинских частях, в школах, на заводах, на фабриках. Веду 3 радиопрограммы.
выступаю по телевидению, а они в ответ ничего не могут сказать ни разу. Но это не 2 года, не 3 года, 50 лет. Они разбивают голову мне, они клевещут, они люто ненавидят меня. И это притча, моя притча, а во мне. Но ответа и я сегодня не нахожу. Я говорю, что я сказал неправду, как Господь говорит. А если сказал правду, за что бьете меня? Если я сказал неправду, покажите, где это неправда. Вот в одной из книг, но это не одна, не две книги, это 38 книг. Да какие книги-то? Вот каждая книга 752 страницы. В каждой книге примерно 3000 ссылок на Священное Писание. Нет объяснения никакого. Только одно объяснение, что дьявол противится, а это слуги дьявола, все ненавистники Слова Божия. А иудеи, да иудеи это непосредственно со Христом встретились. Но притча-то не закончилась, она продолжается. Слово Божие живо и действенно. Мне не надо искать примеры где-то. Моя жизнь пример. Что меня бьют, ненавидят, оплевывают. Я вижу, что притча, она живая. Я спрашиваю, вот сколько лет мы считаем, почему ты плохо Слово Божие знаешь? Потому что ни одного места Писания к себе применить не можешь. А я какое место не открою, даже Ветхий Завет. В любом месте я сразу тебе покажу. Вот это вот по мне было. Вот тут я приходил, вот тут я говорил, вот тут они на меня клеветали, вот тут били, вот тут принимали. А уж в Новом Завете чуть не каждый стих по мне проехался. Я его не могу не запомнить, потому что это моя жизнь. Моя жизнь ненавидимого, поносимого, преследуемого. А могут они поступать по-другому? Конечно, им дана воля, свобода. Ну, а было так, что священники много услышали первый раз и приняли. Там, где кто-то провел работу из наших близких священников. Это вот были мы на Урале, вот были нынче мы в Первомайском, Николаевской области, Украина, где были вот у отца Наума Борщукова, Тбилиси. И вот там было-то такое. Гурам, священник один. Так он как будто бы всю жизнь с нами прожил. Я ему книги, конечно, подарил. Он другие готов собрать. А с которыми не была проведена работа, или они были в монашестве и монахи, он лютует. Прямо-таки лютует. Я говорю, а что ты против? А вы против монашества? Ну, а почему я не должен быть против-то? Мне свобода дана. Но что все монашество против Христа идет, почему вы не говорите? Что все монашество в тысячи лет идут против Слова Божия. Я за Слово Божие, за Христа, а вы за кого? Они не могут ответить. Они не просто тупые, они бесталанные и злобные. Вот эта притча для меня, это эпиграф ко всей моей деятельности. Я посыльный. Ну а что, для вас не все равно, что люди уверуют и не уверуют? Не все равно. Не все равно. Но об этом я не переживаю. Моя задача, как посыльных, только пригласить. А придут или не придут, он пошлет меня к другим, по изгородям. Вот мы нынче пошли далеко звать. Польша, Германия, Австрия, Венгрия, Румыния. То есть мы прошли 15 государств. Но это только начало. Если Господь благословит, мы в планах у нас на 2014 год было пройти с Греции до Португалии, у Папы Римского побывать, пройти Скандинавию и Прибалтику. Мы посыльные. И люди никак не могут понять этого. Хотя удивляются все. Это вы к нам в такую дыру заехали. Такие дары нам даете. Они там книги рассматривают. У них ни одной книги нет, даже изданной вот так вот. Ну, издано-то первоклассно. Смотри, какие закладки. В твердом переплете. Ты погляди. Вот. Трехтомник. Это 240 нами раскрашенных гравюр Гюстава Доре. 240. И плюс еще и здесь 10 из классики. Но они берут в руки-то, видят какие-то подарочные. И я подарил Лукашенко, Рамзану Кадырову. Это приглашение. Поэтому Матфея 22 глава для меня очень близкая. Животворящая, обнадеживающая. И то, что никто не пришел, Господь с них не взыскивает. То есть от меня не зависит, придут, не придут. Я пригласил, дальше свобода человека. Потому что сеющий, поливающий – ничто, нуль. А все Бог возвращающий, Он возвращает.
Ну, кто когда считает эту притчу? Я говорю, ты это знал? Ну, нет, я знаю. Вот, толкование правильно говорит. Ну, а как к тебе относится? Кого ты звал? И тебя ненавидели ли за это? Ну, нет, а куда я буду звать? Кому надо, тот сам придет. Ну, как по-старобрячески. Лежало 1000 лет. Пусть и дальше лежит. Нужно молиться, чтобы Слово Божие для нас было живо и действенно. То есть на мне оно показывало животворящую силу, и я попал в это, в число посыльных. Я удостоился. Как вы о себе говорите? Я говорю то, что есть. Это мое звание. Много званых, а мало избранных. Я в числе малых. Меня Бог избрал, наделил благодатью Духа Святого, дал мужество идти против патриархии, против католицизма, против мусульманства. Как против? То есть говорить, что они идут против Бога. Вот как. Не бояться их. Но я за всех, за патриархию, за католицизм, за мусульманство. Я за всех, чтобы люди познали Христа. Когда Господь обличал их, это не означает, что Он желал их погибели. Вот какое дело. Так, далее. Далее. 22 глава с 8 по 10 стихи. Это сегодня мы, это 4 сентября 2013 года, среда. Мы ежедневно, вот утром мы всегда ставим 4:40, после общей молитвы мы начинаем читать Новый Завет с толкованием блаженного Феофилакта. Далее. Когда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Я маленькую вставку здесь сделаю. Идите, зовите. Об этом в газете «Труд» было написано выступление митрополита Смоленского, Калининградского Кирилла Гундяева, теперь патриарху. Значит, звать надо, звать. Но я его теперь спрашиваю, ну а ты сам-то пошел или нет на распутье это? И вот о нем статья большая. Пишет тот, который с ним вместе за границей был, где он там был в Женеве, как встречались. Он умный очень, выступает все. Но поздравляют, как они там выпивали вместе. И фотографии тот, кто пишет, а он там в посольстве работал. Должность большая. Вот Кирилл хороший человек. Мы беседовали обо всем. Я такой ярый безбожник-атеист, а он ярый религиозник. Мы беседовали обо всем, кроме Бога. Вот это да. Это митрополитом он уже был. По внешним церковным там сношениям и все прочее. Кроме Бога. А нам как раз и ни о чем не надо беседовать, кроме Бога. И все подвести к этому. И это говорится как бы с похвалою, когда его избрали уже патриархом. Это пишет центральная газета. Я принес, пересчитал. Я поверил всему написанному, потому что, ну, это ответственно. Статья пишет работник такого ведомства государственного. И его все поздравляют. Ваш друг-то, смотри, патриархом стал. Его поздравляют, как будто он патриархом стал. Плакать надо, как патриарх Тихон. Он увидел летящий свиток. Горе, стон, печаль. Что меня избрали и мне отвечать. А тут поздравляю. С чем поздравляете? Что такая ответственность? Я не говорю то, что там его поносят за эти часы, за дачи, за квартиры там отобранные, за водку, за табак. Это все человеческие слабости. Главное, беседа обо всем, но не о Боге. Сейчас как-то у него стало появляться, даже слово «Христос» стал произносить. Он то ли не знал, что Христос на земле есть. Даже минут 20 выступления патриарха, и слово «Христос» вообще не произносится. Как одна корреспондента с Чаплином долго добивалась по телефону интервью, и наконец, говорит, он за 15-20 минут 5 раз произнес слово «Бог», но слово «Христос» ни разу. Ну вот и все. Их надо звать. Им надо писать, им надо говорить о Христе. Они будут тебе голову разбивать. Почему? Да они уже грозят, из пушки бьют. Отлучу от причастия, от церкви отлучу. Это голову разбивает. Они говорят мне, нет ему спасения в Боге. А я начинаю разговаривать с ними, они никто. Они ни Писания не знают, ни жизни во Христе, ни этой бедности Христовой.
Пусть он ко мне придет и со мной поживет хотя бы один месяц. Или со мной в поездке поедет. Мы посетили 444 города и пункта. 56 сел прошли из дома в дом. Мы приезжали по 46 человек, наш десант был. По 8 машин мы выезжали, зовя людей на нашу встречу. Все это согласие администрации. Пойдут они сегодня? Я архиерея тут звал одного. Вот с таким пузом. Ну, пойдем вместе. Ну, куда я пойду с такой утробой? Это Докукин был, митрополит, потом Ставропольский Гедеон. Я говорю о конкретных личностях. Мы сидели часами, беседовали, мы были близкие с ним. И он меня крошил, давил, и самое поганое дал показание, когда надо мной суд был. Это по их наводке меня садили. Но я благодарен Богу. Как бы не их злоба, я бы не познал милости Божией. Для меня достаточно благодати этой. Далее. Толкование блаженного Феофилакта. Так как первые рабы, Моисей с сотрудниками и пророки, не убедили иудеев, то посылает других рабов, апостолов, которые призвали язычников, не ходящих по истинному пути, но разошедшихся в разные стороны и блуждающих по распутиям. Ибо они и сами между собою были не согласны, и те худые учения, которым учили, содержали не все равно, а одни так, другие иначе. Итак, вышедшие из Иерусалима к язычникам, апостолы собрали всех, злых и добрых, то есть как людей, исполненных всякого зла, так и менее порочных, которые называются добрыми по сравнению с другими. Толкование закончилось. Ну вот говорил блаженный Феофилакт, был архидиаконом он, а я к нему как бы обращаюсь теперь, это 11 век, Болгария. А сам-то ты шел или нет? Ну, он был архидиакон. Ну, сколько у тебя времени-то, сколько было свободы? В этом брал из Златоуста. Тут его-то почти ничего нету. Тут есть моменты, с которыми даже соглашаться у него нельзя. Но это лучше. Я вот, почти полвека вел занятия, встречи по именно по блаженному Феофилакту. Вот его издал. Это мое издание. Сам-то ты шел или нет? Как не занятый, допустим, кто там, какое звание, полковник, генерал, у свидетелей Иеговы, так называемых этих лжесвидетелей. Но он обязан пройти еще вот столько-то, столько-то, столько-то. У них спрос-то. Здесь нет никакого спроса. Патриарх зовет, а ты сам был? Вот просто так пошел, чтобы тебя не охраняли там полста охранников. Как сейчас показывает, патриарх идет где-то... А вокруг него охранники в храме стоят и стрелками показаны. И написано, Кирюша на Бога совсем не надеется. Ну вот и все. А я ничем не связан. Иду ночью один в городе, знакомый город, незнакомый, полночь встречаются люди. Мало того, они, видя меня, еще боятся. Вижу, что сторонятся. Кто его знает, что за бомж идет. Вот и все. У меня интересные были случаи. Студента высылают, ну, допустим, в апреле там город очищают, это все они к рождению своего идола, Ульянова Ленина. Ну и студентов много, студентки, там они мусор собирают и кучкуются, маленько поработают, работать-то не хотят. И опять в куче-то, а мне это и надо. Я подхожу, с ними о Боге говорю, рассказываю о нашем сайте, и визитки, да, а визитки-то какие, отменные. Сколько там информации-то? Они рот разинув слушают-то. Ну, а я-то иду по городу, иду босиком. Ни носков нету, ничего. Босиком. И у меня штаны, вот заплата на заплате все. Какие они есть, такие и все. Они меня не видят. Ни ног моих не видят. Ни как я одет, там фуражка вся в дырках драная. Рубаха с заплатами. Даже рубашку мою не видят. Другие подходят, и я поворачиваюсь, иду, а другие подходят и их спрашивают, а кто это был-то? Ой, они, видно, говорят, а где? А никого на улице нет, я один. А я повернулся и пошел. Я знаю, как дальше идут. Они, а куда он делся? Нету. Они одного посылают и говорят, а вон там впереди, который, да ты какой-то бомж там идет. Я даже знаю, о чем они говорят потом, возвращаясь. Он забегает вперед и меня вот так в лицо, меня осматривает. Возвращается, им говорит, вот так выглядит, да так, а одетый вот так, нет, говорит.
А как тут одет? Ни один припомнить не может. То есть, если ты послан, никто не будет смотреть по ноге, у тебя крест или что-то. Они будут слушать слова божественные, сказанные в силе Духа Святого. А потом эти люди через интернет заходят, спрашивают где-то. Я захожу, когда преподавал в университете, и иду из аудитории в аудиторию. Я не спрашиваю, чем они занимаются там. Я только аудиторию открываю. Мир дома вашему, преподаватель сразу. Так, разрешите мне несколько минут только сказать. А что, я преподаю у вас вот такой-то аудитории, корпус В, 410-я аудитория. Это ректор, ну вот газета там ваша печатает за науку, технический университет Алтайского края в Барнауле. И я им говорю о Боге быстро и кладу здесь пачку пригласительных на наш сайт. Открываю двери в следующую, а другие наши идут по другим корпусам, 21 тысяча студентов. Блаженный Апипилат ходил или нет? Мой вопрос. Так тогда никто не преследовал. А в советское время нельзя было. Нельзя было, можно было изыскивать другие методы. Сидеть где-то на сиденье, оставлять, говорить. Ну тогда и сайта не было. Но мы не молчали, все время говорили. Даже в тюрьме. Вот меня привозят, везут меня этапом через Новокузнецк. И уже, если я уже ночевал там где-то, меня сажают отдельно. А теперь в общую камеру. И уже к обеду вся тюрьма гудит, знают. Сидят, переписывают несколько человек, выходят на прогулку, где-то там у них заначка под камушек положить, где-то в щель толкнуть. И уже все известно, и РОР, это режимно-оперативный работник, тут же меня вызывает. Это ваша работа, да. И он, ему надо меня наказать, а у него свои вопросы. Я недавно ребенка крестил, говорили, болеть не будет, а он стал еще больше болеть. А почему это так? Я дальше ему говорю, у тебя одна жена или сколько? Или все вот эти охранницы, дубачки? С кем ты тут ночуешь-то? Ну и ты отойди через болезни, Господь врачует нас. Начальник тюрьмы здесь вызывает. А война с Китаем будет? А правда нет, что в Библии написано про Михаила Меченого? Не кто-то, Соломин Александр Семенович, полковник. Но это Бог делает так, открывает. В тюрьму нельзя попасть. Военная, тем более закрытого типа, это организация. Я нашел, что она сложнее, чем космический центр. И это доказал однажды. Устройство тюрьмы сложнее космического корабля. Более сложного предприятия я никогда не встречал, и думаю, и больше нету. Каждую минуту эти 1700 человек, их меняются, перемешиваются. И там бывает в одной группе по одному делу идет 5-10 человек. Надо, чтобы они не встретились, не переговаривались. Кому передача, кто лишенный, кто в ШИЗО сидит. Кого на допрос, кого к следователю, кого на прогулку. И все это мгновенно, вручную, они делали поправку. И нужно было знать, вот «Зона», 50 серий фильм, он хорошо поставленный. И я это увидел и узнал. И вот во всей этой мешанине я должен все время быть свидетелем. И люди преображаются. Я написал около 50 листиков краткое свидетельство о Христе. И меня тоже вызвал там режимно-оперативный работник Бражников. Там нашел у меня стихотворение «Падет КПСС, падет». Христос воскрес, воистину воскрес. Да мы тебя в порошок тут сотрем. Я говорю, да в Библии написано. Что, в Библии разве написано? Тогда написано. И рухнет все, и все, во всем будет Бог. Посидел. Ну, если в Библии написано, тогда ладно, уведите его отсюда. Авторитет Библии создать нужно. Передо мной сидел священник там. Говорят, Алифери, это в Кемерово. Говорил кому о Боге? Да нет, никому не. Он лежал целыми днями. Лежал. А у него больше 100 литров спирта взяли. Вот у меня оклад был сторожа. 72 рубля. А у него 475 тысяч денег изъяли. Он храм хотел перестраивать. А спирт для чего 100 литров? Очки протирать. Это многим нужно очки протереть-то. Ну, он не знал, что сказать-то. Но их судили вместе с уполномоченным по религиозным культам. Он ему взятки давал-то. И, кажется, уполномоченному больше дали даже, чем этому священнику. Вот и все. Это притча, моя притча. Она о моей деятельности. А что вы о себе рассказываете? Это мое право, это моя биография. Я призываю подражать. Подражайте мне, как я Христу. А разве может человек сказать так? Читайте Филиппийцам послание. И тем, которые подражают нам, Павел говорит. Подражайте, то есть страдайте. Я призову ни к чему.
Я грешный человек, да, увлеченный. Ну, понятно. Но я ни одного дня, никогда, ни разу не отклонился от призвания Христова. Я спрашиваю, сидел Глеб Якунин, Зоя Крахмальник, а какой у вас был распорядок дня в тюрьме, уже когда сидели в заключении, не в лагере? Ну, ничего подобного не было. Я говорю, у меня такой порядок. Я всегда встал 4 часа, 2 часа утренняя молитва. Полтора дня, примерно 5 раз я остановился, по полтора часа, по часу молился. А с 8 до 10 свидетельство. Камера открыта, охранники с двух этажей стоят у двери. Даже не слыхали такого. Почему? Это мой путь. Это благословение Господне, благодать. Имею ли я право скрывать его? Как книга Тавит говорит, о делах Божиих надобно возвещать. А о делах царевых, если ты его посыльный где-то что-то, умалчивать, не открыть тайну Цареву. Вот это открывает тайну Цареву, это раскрывает тайны там КГБ какие-то, если он там работает. Там Курагин, Суворов работает. Но это их дело. Я могу только удивляться их мужеству. И далее. Так, наверное, все на сегодня. 6 часов уже. Сейчас последнее известие пойду слушать. Ну-ка, давай слезем. О, усыпилась, гляди. Ну-ка. Ну что, так и будем сидеть? Вот они как. А то кошки боятся. Ну, давай, цепи ножку-то. Но красавица моя, мышатница. Ой, хвост-то как у лисы. Ну, это ее маленький бегает сынишка. Ушел, утомился, вон он спит, покажи его. Оружие. 90% страны согласны с тем, что использование химического оружия недопустимо. Его применение неизбежно ведет к множеству смертей. Так, это не последнее известие, наверное, еще. Или последнее? На Иордании и Турции.